Киловатт 6. Елена, Елена, Ольга. Впервые 4 УФА. Впервые в жизни делает самодельную антенну, да? Полевой день города Киева. Делаем мы антенну. Классика мирового жанра. Инверт от ВИС. Наша маленькая позиция. Импровизированное рабочее место. Необходимое, все необходимое для радиолюбительского уикенда. Устал. Не просто антенны делать. Так, готов я к трудовой обороне дальше. Ладно. Так, ну что, теперь самое интересное. Теперь нужно антенну забросить либо туда, либо туда, на верхушку дерева. Для этого нужна веревка или кабель? Для этого надо вот это. Ну что? Будем пробовать. Держи. Да, вот, вот теперь для чего пригодилась изоляция от сетевого кабеля. Так, нам сейчас надо определиться, куда у нас будет идти максимум излучения антенны, что нас интересует. И как ее будем... Ты знаешь географию, куда же. Сейчас сделаем. Так, добро, съемочку временно прекращаем, мы сейчас забросим.